Доброе утро! Ты знаешь, что ты уже победитель? Ты заставил себя встать. Мамика второй! 22 октября, день согласия. Попробуй говорить на все «да». В 2009 году был выпущен Windows 7, который по-прежнему лучше 10-го. В этот день именины Авраама, Афанасия, Петра и Якова. Акт дня. Сотворение мира в 4004 году до нашей эры. Шутка дня. Работник атомной станции понял, что что-то пошло не так, когда открыл пиво взглядом. Подай в лирику, ибо сегодня день рождения Бориса Олейника и Ивана Бунина. Они не поэты. Поэты? Нет. Мусор не вынес сосед и не помыл посуду. На потолке винегрет, и фиг поймешь откуда. И вроде все как всегда, вон таракан Валерка. Но в комнату ворвалась снова санпроверка. Вставай навстречу новым приключениям. Хорошего дня!